И тем не менее, институт вы закончили, и потом много лет на севере проработали. Я не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Я попал на работу в Ленинградский институт геологии и Арктики в 1957 году специалистом по поиску урана. Но Бог был милостив, мне поставили искать уран там, где его нет, не было, и теперь, как выяснилось, и быть не может. Значит, в северо-западной части Сибирской платформы была Енисейская экспедиция, которая занималась поисками никеля. Там мы пытались найти второй Норильск, Талнаф, который потом там такие был обнаружен. Я первые полтора года работал на поисках урана, но это уже совсем другое дело, это уже СП-17, 64-й год, на который я был на дрейфующей станции. А вот это, да, это таймень рекордного веса, который я поймал на реке, значит, Горбиача в далеком 58-м году. Пришлось добивать его чуть ли не нулевкой из дробовика. Вот он, ага. Он не хотел никак вырезать на берег. Да, но не в этом дело. А дело в том, что поскольку урана там все равно не было, я попал в партию, начальник экспедиции мне сказал: слушай, тут урана нет, у меня геофизики не нужны. Чего качал? Горный? Горный. Компас держать умеешь, обращаться? Где север, где юг? Знаешь, хорошо. Карту читаешь, читаешь. Вперед, нам же геологи на геологическую съемку. Я занимался геологической съемкой с молотком и компасом в руках в течение ближайших 2 лет. Это уже ранняя зима. Это река Сухариха уже. Вот мы, да, это замечательное место. Вот эта печка сложная там. Сами пекли хлеб, делали баньку и прочее, прочее. Это я уже начальник Сверхинской партии. И, кстати сказать, там была одна забавная вещь. Я геофизик, я твердо верил в геофизику. И там, по данным электроразведки, значит, я задал буровую скважину, а там искали медь. Метаникелевое руденение. Я бы сейчас никогда это не сделал, сейчас как поумнее, поосторожнее. Твердо верил в геофизику, что вот тут такое проводящее перекрестие, тут будет руда. На глубине, дуракам счастья, на глубине 40 метров буровая вскрыла жильное тело, медное тело, которое называется богато харказин-барнитовым руденением, редкими металлами. Я так попал в число первооткрывателей Игарского медно-рудного поля, о чем узнал через много лет спустя. 5 лет назад попал в Норильск вместе с замечательным нашим поэтом Величиславовичем Кимом, автором. Я, значит, меня повезли поить водкой в управление этого самого. Думаю, почему они, оказывается, они мне впервые решили рассказать, что, значит, открыто месторождение, потому что в лист наградной меня не включили. Еще и просто напоить через много лет спустя. Но как первооткрыватель все-таки я там зафиксировался. Вот по этим данным, значит, никогда в жизни больше по буровым ничего не задавал, потому что боюсь. А тогда был молодой, глупый и храбрый. Вот поэтому повезло. Вот, но это не все еще. Там были другие впечатления на крайнем севере. С желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, половодье выносило кости, кисти рук, ключицы, черепа. На свободу их из заключения выносила мутная вода. Мы стояли ниже по течению на реке Сухарихе. Тогда запах тления, приторный и сладкий, вниз распространялся по реке. Поутру проснешься у палатки, скалит череп, зубы на песке. В лагерях, на быстрых этих реках, где срока не меньше 10, по весне расстреливали зэков, чтобы летом новых завести. Мы со спиртом поднимали кружки, поминая этих доходяг. С той поры мне объяснять не нужно, что такое сталинский кулак. Вот, Александр Алексеевич, вы с детства, можно сказать, писали стихи. А что побудило вас начать писать песни, не говоря, конечно, об угрозе исключения из комсомола? Да, была вторая более серьезная причина. Был такой жалоб, как сказал, что авторская песня, цитирую точно, родилась на московских кухнях, и там же умерла, оставив несколько имен. У меня все было иначе, поскольку я не москвич, я провинциал. Я ленинградец. Я, кстати, именно ленинградец, а не петербуржанин. В Петербург я приезжаю в гости. Потому что первые слова были мама и папа, а третье было Ленинград. Про дедушку Ленина все его замечательные качества я узнал значительно позднее. Для меня Ленинград остался Ленинградом, потому что смешно говорить «Санкт-Петербургская блокада», да? Так же, как «Победа под Волгоградом». Идите. История жестока. Но Ленинград для меня осталось, и, видимо, останется для всего моего поколения, в следующем блокадником, да? Вот. И вот получилось так, что попав на крайний север, а работяг набирали на месте,
Я услышал песни, которые пели наши рабочие. Как правило, зэки. Как правило, зэки. И эти песни меня потрясли. К ним относится такая песня, как «Идут на север срока огромные, кого не спросишь, у всех указ». Указ – замена высшей меры всей катушки через вышку. 10 годами без права переписки – тоже смерть, только медленно. Или «А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц голубой, а мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой». Не говоря уже о Ванинском порте. Пели наши работяги по тяжелой работе на лесоповале, под комарами, в болотах, с обороженными руками зимой. А я был молодой и глупый. Я все спрашивал: «Ребята, а кто автор, кто автор?» А мне как глупому отвечали примерно так. Слова «народная», автора скоро выпустят. Я перестал спрашивать. И самая первая моя песня, от которой веду отсчет, кроме «Снега», к ней мы вернемся отдельно, написанная тогда и там, называется «Деревянные города».